этот погожий летний день все начиналось как обычно. Капитаны команд «Фламенго», «Бразилия» и сборные клубов Советского Союза обменялись вымпелами. Тысячи болельщиков замерли в ожидании большого футбола. В первые же минуты бразильцы, они в темных футболках, показали виртуозную технику владения мячом. Освоившись с манерой игры гостей, наши футболисты атакуют. Первый удар по воротам бразильцев, на мяч у вратаря. Однако игра еще впереди. Наверное, она сложится интересно, думали болельщики. Удар по воротам бразильцев, штанга! И это бывает. Вот, наконец, штрафной. Удар, но куда? Еще один прорыв, и опять мимо. У самых ворот промазан. Новая инициатива у советской команды. И снова атака, и опять мимо. И еще раз мимо. Болельщики — народ оптимистичный. Во второй половине наверняка разыграют. Да, атаки наших футболистов продолжались. Но, увы, без результата. Что-то не ладится у нападающих. Видимо, не случайно спортивные обозреватели выражают тревогу по поводу готовности советских футболистов к предстоящим играм на Кубок Европы.